Молдове в августе инфляция составила 34%. Тем не менее, средняя заработная плата у бюджетников вырастет всего лишь на 8%. Сколько необходимо зарабатывать, чтобы можно было все оплатить, часть отложить и даже позволить себе поездку на море? Сейчас узнаем у жителей Камрата. Как минимум 10 тысяч в месяц нужно. Заработная плата должна хотя бы минимум достигать 10 тысяч лев, чтобы человек мог прожить. Как минимум 20 тысяч лей, потому что сейчас и цены растут. 20 тысяч лей – это даже не так уж и много. Мне отправляют заработок $500, я еще умудряюсь в долги заходить. Мне это не хватает. 20-25. Оплата коммунальных услуг, покупка продуктов. На что еще уходят деньги жителей автономии? На отдых, путешествия, приколы всякие. На машину хорошую. На продукты в основном. Бензин, машину заправить, кредиты оплатить. И не хватает. Одежда, когда нужны лекарства, еда тоже дорого стоит. Услуги, машина. А отдых, развлечения. На семью очень много, особенно когда есть школьник. Много на продукты, очень недешевые, конечно. Коммунальные услуги, за еду. Но чтобы отдохнуть где-то, надо больше, конечно. В Молдове в бюджетной сфере среднемесячная заработная плата составляет 8242 лея, а в реальном секторе экономики – 10320 леев.